Ты чего на березу полез? Спрашивает хомяк. И яблоки есть, отвечает ему мышонок. Какие нафиг яблоки? Они ж не растут на березе, спрашивает хомяк. Так я с собой взял, отвечает мышонок. Вот оно как, думает хомяк. Мышонок и хомяк жили в одной норке. Это вот их норка, ну такая вот она, необычная. Они жили дружно, но иногда спорили на философские темы. «Как думаешь, в чем смысл жизни?» – спрашивал хомяк. «Я думаю, что смысл жизни – находить корм и прятаться от кошек», – говорил мышонок. Хомяк считал, что счастье – это найти вторую половинку и создать семью. «Интересно», – задумался мышонок. «А что об этом думают люди?» «Люди? О, это очень странное создание. Мы же с тобой грызуны, а нас хомяков они любят и кормят, а мышей бьют и травят». «И вправду странное». По вечерам мышонок садится и смотрит телевизор, чтобы не отставать от жизни, чтобы все понимать, чтобы быть грамотным, чтобы все разложить по полочкам. К нему приходит хомяк и спрашивает: «Ну что там показывают? Есть что интересное?» «Говорят, — отвечает мышонок, — что родина в опасности, что надо защищать ее, а если нужно, то и жизнь за нее отдать». «Ну и как? — спрашивает хомяк. — Ты согласен с этим?» «Я вот что подумал», – отвечает мышонок. «Если есть я, у меня есть родина. Но если меня не будет, у меня ничего не будет, в том числе и родины. Поэтому нет никакого смысла умереть за родину». «Логично, однако». Долгими зимними вечерами мышонок садится и думает. «Тимоха, о чем думаешь?» – спрашивает его хомяк. «А я думаю, а что ярче, луна или солнце?» – задумчиво говорит мышонок. «Конечно, солнце. А мне кажется, что мы ошибаемся». «Поясни». «Смотри, луна же светит ночью, а солнце днем, когда и так светло. Ну что скажешь? Логика, однако». Мышонок и хомяк тихо и дружно жили в своей норке, но эта ночь была беспокойной. «Ты слышал?» – говорил мышонок. «Эти ужасные крики, взрывы!» «Да, снаружи война!» – отвечал хомяк. «Люди воюют!» «Почему? Они сражаются за еду?» «О нет, я вчера лазил по складу магазина, еды там на полгода вперед!» «Тогда за что они сражаются?» – спросил мышонок. «Люди гораздо умнее нас, а мы глупые. Нам их не понять. У них есть свои высокие идеалы и принципы. За них они и погибают». «А хорошо, что мы с хомяком такие глупые.
подумал мышонок. Согласен, подумал хомяк.